Ухемские ветераны МВД четко следуют словам песни «Главное, ребята, сердцем не стареть». Их энергии могут позавидовать молодые. Энтузиазм, с которым взялись за дело пенсионеры, привлек к мероприятию сотни жителей района. От имени руководства Ухемской Кожуны поздравляем всех наших уважаемых ветеранов с их заслуженным профессиональным праздником, с Днем ветеранов внутренних войск МВД России. Сегодня наши ветераны собрались поддержать российскую армию, за что мы их благодарны. Они всегда активно принимают в общественной жизни нашего Кожуна. Старая гвардия каждый год встречается в стенах родного отдела. Здесь ветераны делятся своими успехами и достижениями. На этот раз решением руководства Лухема в ряды почетных жителей района был включен ветеран МВД России Александр Ондар. Нашей первичной организации насчитывается 86 ветеранов органов внутренних дел, которые работали в органах внутренних дел. Органы внутренних дел период Советского Союза и период новой России. Возраст берет свое. Ветераны уходят в свою последнюю бессрочную командировку. Память о них и тех товарищах, кто погиб при выполнении служебных обязанностей, почтили минутой молчания. В инициативе первичной ветеранской организации с участием пенсионеров МВД и жителей Лухемского района Шаганари был проведен автопробег в поддержку воинов, участвующих в военной операции на территории Донбасса. Что там находится еще мой племянник, и мы очень горды тем, что наши ребята вносят свой вклад в дело победы над фашизмом, который начал расцветать на территории Украины. Автоакция завершилась построением автомашин в большой знак Z, символ военной специальной операции. Сайгын Бирбёбы, Ян Салчак, ТВА-24, Улухемский район.